Герой Советского Союза Афанасий Кузьмич Корнеев родился в 1922 году в деревне Алексеевка Нижнеангарского района Красноярского края. В июле 1941 года призван в Красную армию и направлен в Омское пехотное училище. В письмах к матери Афанасий признавался, что не может дождаться отправки на фронт, надеясь воевать вместе с отцом. Окончил училище в январе 1942 года в звании младшего лейтенанта. Под Москвой получил первое ранение, потом снова на фронт. Воевал на Сталинградском, Юго-Западном, Втором Украинском и Первом Белорусском фронтах. Под городом Миллерово Ростовской области был тяжело ранен, после лечения снова в своей части. В 1943 году участвовал в форсировании Днепра. Мстил за свои раны и погибшего на фронте отца. 1 августа 1944 года младший лейтенант Корнеев повел свой взвод на форсирование Вислы. Преодолев реку под сильным огнем немецкой артиллерии, взвод стремительным броском выбил противника из траншеи. В этом бою лейтенант Корнеев был ранен, но продолжил руководить взводом. На удерживаемом взводом Корнеева плацдарм начали подходить подкрепления для расширения плацдарма. На следующий день Афанасий Корнеев одним из первых поднялся в атаку. Это был его последний бой. Осколок вражеской мины оборвал жизнь отважного командира. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии младшему лейтенанту Афанасию Кузьмичу Корнееву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен герой в Польше 21 августа 1944 года. Мемориальная доска установлена в городе Красноярске.